Продолжаем выпуск. У первоклашек отменили февральские каникулы. По нормам им необходима дополнительная неделя отдыха в конце февраля. Эту неделю съел карантин. Весенние каникулы, которые начнутся 22 марта, карантин не затронул. Правда, отдохнуть школьникам вряд ли удастся. Мы просто рекомендовали школам, чтобы они откорректировали свои рабочие программы для того, чтобы укрупненные материалы давали, но, может, чуть больше домашних заданий будут давать. Кроме того, в феврале начался прием заявлений на зачисление первоклассников в школы. По словам начальника отдела общего образования, количество школьников с каждым годом увеличивается. И возможность открытия дополнительных третьих смен в школах в этом году очень высока. Так много школ переполненных, будем переходить на трехсменное обучение. Но школы будут предупреждать своих родителей заранее. Отметим, прием заявок в первый класс продлится до 1 июля. В комитете обещают, места получат все дети, которые зарегистрированы в Улан-Удэ и чей возраст составляет от 6,5 до 8 лет. Заявку можно подать через электронный портал госуслуги, либо отдать документы в школу по прописке.